друзья, меня зовут Николай, и я гид компании Go to Chernobyl. Угадайте, где я сейчас нахожусь? Сзади меня прекрасный зеленый лес, природа, птички поют, но, естественно, это не лес. В Припяти природа очень быстро отвоевывает свои позиции, и находимся мы с вами не где-либо, а на стадионе. Ребята, это центральный стадион города Припяти. Что интересного можно сказать по поводу этого стадиона? Его также не суждено было провести ни одного спортивного матча. Открытие планировалось на 1 мая. И один интересный момент. Обратите внимание, подарочкой находится бидончик с краской. И дело в том, что 26 апреля люди здесь красили трибуны в желтый цвет. В Припяти была одна футбольная команда. Называлась она «Строитель». Была еще вторая. А как она называлась, я вам расскажу на туре. Бронируйте тур прямо сейчас. Мы вам все покажем. Подписывайтесь на сайт Go to Chernobyl.